Мы едим пельмени. Виктории год и месяц. Екатерине 3 года и месяц. Мы уже знаем, что такое горячо. Поэтому дуем каждый свой пельмень самостоятельно. Горячо? Мама, сикая. Нет. Дуй пельмени и сиди ешь. Вон Вика уже сидит, уплетает. Да, за обе щеки. Свой пельмень. А Екатерина уговаривает маму, чтобы она ей дула. Да. У нас 2 марта. Отличная погода. Наконец-то наступила весна. Скоро будем красить дак. Листики на деревьях. Как раз погода для пельменей.